Ага. О май гад, ты посмотри на нее. Всем привет, ребят, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами во Friday Night Funkin'. И прежде чем начать, ребят, как вы знаете, YouTube, скорее всего, скоро заблокируют. Поэтому вот моя ссылочка на Telegram, подписывайтесь. Там я добавил бесплатный VPN, он поможет в случае блокировки YouTube, вы сможете продолжить его смотреть. Поэтому подписывайтесь, ребят, это совершенно бесплатно. Если у вас нет Telegram, обязательно установите его, скачайте, это несложно сделать. Можно найти в Google Play, либо в App, как там, App Store, App Gallery. Ну, все, что знал, рассказал. Короче, где только можно, ищите, скачивайте, регистрируйтесь. Все это бесплатно. И добавляйтесь в мою группу. Ну, а мы продолжаем играть с вами во Friday Night Funkin. И это новый мод на зараженный глич вирусом Пиби. Вот сейчас будет очень сложно. Зараженный глич вирусом Пиби. Пиги. Не Пиги, короче, а свинка Пеппа. Ну, она же и Пиги, она же и Пеппа Пиг. Короче, вы поняли, ребят, это свинка Пеппа, Пиги, Пиби, как много Пи, Би и Пиги. Короче, смотрим. Начало мультика. Hello, я Пиги, я свинка Пеппа. А это мой брат Джордж. Так. О май гад, ты посмотри на нее. Вау, прикольно. Эй, я из-за вас стрелку чуть не пропустил. Смотри, теперь Пиби. С этим, с автоматом. Треугольный рот такой у нее прикольный. Вау-вау-вау-вау! Блин, это замыкается, я ничего не вижу. О, хватит? А, не так много пропусков, 6. Жесть! Она вообще крэйзи. Вау, вау, вау! Подожди, там зараженные стрелки поехали, а я не вижу же нифига! Кого? Свинья, успокойся! 30 секунд, ребят, сейчас будет жесть вообще. Чугар. О боже, вообще. Так, ну ладно, вроде как стрелки. Я нажал! Боже, вообще жесть, вот ее глюч. Пим-пи-пи-пим-пим-пи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 
застрелилась, нет? Вау, я хочу полную неделю по Пигги. Это было бы вообще прикольно. По Свинки Пеппи. Было бы классно. Так, давайте посмотрим анимацию поражения, ребят. Это коротенький очень мод. Ну, то есть, только одна. Пеппа, Пиг и все. Больше никого. Почему Марио? С буква. Есть кто-то. Я только знаю Марио и Луиджи. А кто еще есть? Ну классно, очень качественный мод, кстати, да? Песня такая прикольная. Да, я специально не нажимаю, чтобы посмотреть. Я надеюсь, что анимация... Нет, она не переделана. Боже, ну это плохо. Это очень плохо. Блин, ну мод офигенный. Так, давайте выйдем еще посмотрим во фриплее, ребята. Есть ли у нас что-то во фриплее? Возможно, есть. Хотя вряд ли. Но нам нужно все равно посмотреть. Нужно посмотреть. Нет, Discovery Glitch. Discovery Glitch. Почему Discovery Glitch называется? Непонятно. Discovery. Надо же, надо было назвать, наверное, Nickelodeon Glitch. Вроде этот мультик как по Nickelodeon выходил.
Ну, непонятно. Ну да ладно, ребят, мы на этом с вами закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно посмотрите вот эти ролики, которые вы сейчас на экране вот тут и тут вышли. В общем, смотрите. Можете посерединке еще нажать подписаться. Прям вот на мое лицо можете тыкать. Тыкайте. Тыкайте на мое лицо. Вот сюда. Вот прям вот сюда. Тыкайте. Подписывайтесь. Подписывайтесь. С вами был Максим. Всем удачи. Всем пока.